Смотрите, сколько в мире замечательных стран. Бразилия, Африка, Индия. Но мы выбираем Таджикистан, потому что именно здесь находится крыша мира. Поэтическое название Памира – «Крыша мира» – приписывают Марко Поло. Жители Непала могут с этим не согласиться, но с классиками не спорят. Этимология этого топонима теряется в такой седой древности, что сейчас вряд ли кто-нибудь сможет точно сказать, кто и когда дал Нагорью такое название. Арабы говорили «Фамир» и «Бамир». Как всегда, самую романтическую гипотезу выдвинули индусы. Они считают, что в горах Памира затеряна мистическая гора Меру. Многие афганские племена говорят не Памир, а Пай-Михр. Михр или Митра – бог солнца древних иранцев. И слово «Пай-Михр» обозначает горную страну, из-за которой восходит солнце. Это речка Душанбинка, она впадает в Кафир-Ниган. Кафир на таджикском означает неверный, а Ниган – это там, где прячутся неверные. Мы направляемся туда, где прячутся неверные. Слава Богу, нам прятаться не нужно. Сейчас Таджикистан – правовое светское государство, и к иноверцам относятся вполне лояльно. Я бы даже сказал, очень уважительно. С одной стороны, это многовековой закон гостеприимства, а с другой стороны, туристы вносят в экономику Таджикистана существенный вклад. Но вернемся к реке Душанбинке. В 4 веке до нашей эры на ее берегах появился крупный античный город. Он существовал еще в бактрийские времена. Благополучно пережил персидское завоевание и вторжение Александра Македонского и неведомых тахаров-эфталитов. Особенно расцвел он во времена Кушанской империи и был разрушен только в 4 веке нашей эры. В 661 году в Маверанахр вторглись войска халифа Амияда Муавии, после чего в регионе ислам постепенно вытесняет зороастризм и греко-буддизм. В арабских хрониках топоним Душанбе впервые упоминается в 7 веке нашей эры. Это было небольшое поселение, где по понедельникам устраивали рынок. Душанбе переводится как «понедельник». Сейчас Душанбе – это красивый современный город с миллионным населением. Здесь развита легкая, перерабатывающая, пищевая и строительная промышленности. В Душанбе можно найти гостиницы на любой вкус и кошелек. Например, за 300 самани можно найти приличный номер. 10 часов у нас встреча в Министерстве экологии. Нужно поторопиться. Но главное ничего не забыть, потому что когда выезжали из Алматы, забыли всего лишь камеры и ноутбук. Мы в Комитете охраны окружающей среды Республики Таджикистан. Сегодня погода нас не балует, но надеемся, что в горах все изменится. Надеемся, все будет. А нам повезло, мы еще побывали на семинаре по проблемам снежного барса. По сохранению снежного барса. В рабочей встрече по сохранению экосистем снежного барса принимают участие представители уполномоченного органа в сфере охраны природы, ученые, охотоведы-практики и организаторы охотничьего туризма, ведь их роль в охране природы тоже очень значима. Мы постоянно проводим мониторинг, наблюдаем за ход выполнения тех задач, которые поставлены перед этим проектом. Я уверенно хочу отметить, что проект идет очень успешно, проводится очень большая работа, особенно по
мониторингу снежного барса, его добычи. Вот буквально два дня назад наши ребята, наши молодые ученые выехали на учет винторогого козла, который является одной из добычей снежного барса. Проект сохранения снежного барса в Таджикистане стартовал уже давно. И за прошедшие годы республика может гордиться полученными результатами. Есть некоторые индикаторы, может быть, это чисто мое мнение, здесь, в общем, это обсерватор сама же мне поправит, и другие, что не зря, например, видимо, старые экземпляры долго сохранились, и очень почти 25 случаев зарегистрировано в комитете охраны природы, которые, в общем, это зашли в, как говорится, в сараях, в стойбищах чабанов. Некоторые виды диких животных в той или иной степени обладают поведенческим стереотипом, которым называют синантропность. Например, у домовых мышей способность жить рядом с человеком доведена до совершенства. Шакалы и волки относительно синантропны. Они, несмотря на определенный риск попасть под пулю, часто нападают на домашних животных. А вот если говорить о снежном барсе, то уровень синантропности этого зверя равен нулю. Барсы избегают людей. Молодой, здоровый барс охотится исключительно на диких животных. Но иногда случается, что голод или болезни заставляют старых барсов спускаться к человеку. В предгорьях Заилийского Алатау, неподалеку от Алматы, за 30 лет было зафиксировано два таких случая. Это были старые, истощенные барсы со стертыми зубами. Один забрался в коровник, повалил корову, но даже не смог ее придушить. Второй просто пришел на кордон, лег возле сарая с баранами и умер. Нападение снежного барса на домашний скот не похоже на хитро спланированную спецоперацию волчьей стаи. Это не наглое воровство шакалом курицы. Это акт отчаяния. Практически это самоубийство от голода. «25 зафиксированных случаев проникновения старых барсов к человеческому жилью могут служить индикатором их возросшей численности. Если уровень браконьерства снизился, а кормовая база увеличилась, соответственно, увеличилось число старых барсов. Один из важных элементов проекта «Сохранение снежного барса» — это выплата компенсации за потерянный скот. Государство полностью возмещает фермерам потери». Встает вопрос, что делать с такими барсами? Если барс молодой и здоровый, то ответ однозначен. Его нужно выпустить в дикую природу. В некоторых местах своего былого ареала барс исчез, и было бы разумно реинтродуцировать его туда снова. Например, два молодых барса по договору с Российской Федерацией были выпущены в Саяно-Шушенском заповеднике. Ирбисы там прекрасно адаптировались. А вот если барс стар и болен, то имеет ли смысл снова выпускать его в природу? Ученые думают над этим вопросом. Есть предложение сделать реабилитационный центр, своего рода дом престарелых для старых и больных животных. Туристы смогут там наблюдать за жизнью барсов, фотографировать и платить за это какие-то деньги, которые пойдут на питание животных и зарплату сотрудникам центра. Но пока это только тема для обсуждений. Начинать свое знакомство с дикой природой Таджикистана нужно в специально уполномоченном органе. И вот мы у специалистов Комитета охраны окружающей среды. Национальный центр реализации действий по охране окружающей среды дал согласие взять нашу съемочную группу в рейд. Необходимо составить такой маршрут, чтобы показать зрителям как можно больше природных красот и исторических достопримечательностей Таджикистана. Дальше отсюда до Дашти-Джумского заповедника и оттуда в Бадахшан. Как видите, здесь вдоль реки Пьянджа до Аричура и оттуда
Ваханский коридор и обратно по этой территории до Бальжуана. Для казахстанцев слова «Ваханский коридор», «Мархур» звучат как пароль в полной суровой романтике мир открытий и приключений. Последние годы мы проводим регулярно учет численности животных, и учеты показали, что численность редких и исчезающих животных последние годы увеличилась. Так, Памирский арха увеличился 3 раза, Мархур увеличился 3,5 раза. Вот. Численность других животных тоже поднимается. Особенно увеличилась численность снежного барса. Динамика численности животных, особенно редких, это индикатор качества работы природоохранных организаций. Но чтобы узнать, насколько выросло поголовье животных, их нужно достоверно посчитать. А как показывает практика разных стран, это очень непростое дело. Необходимы специальные организационные структуры и хорошо оснащенные команды грамотных ученых, способных работать в экстремальных условиях и давать достоверные сведения. За последние 30 лет увеличился поголовье горных копытных на 20 раз, количество мархура на 3000, сибирского козерога на 40 тысяч и архара на 27 тысяч голов. И это говорит о том, что принимаемые решения со стороны правительства, комитета охраны окружающей среды способствуют охране и увеличению этих редких видов. Были времена, когда винторогий козел находился на грани вымирания. Его охрана в условиях отдаленного высокогорья требовала таких серьезных финансовых средств и силовых ресурсов, какие молодая республика не могла себе позволить. Нужно было найти способ убедить местное население перейти на сторону защитников природы. Это значило создать такие условия, чтобы охранять мархуров стало выгодно самим местным жителям. Люди обычно не ценят те ресурсы, которые не приносят им какой-то пользы. Что касается винторогого козла Мархура, то ситуация с ним в 89 году, когда мы летали, 89-90, она была плачевная. На всей территории Даштижумского заповедника, Даштижумского заказника, где его, в общем-то, ареал, мы насчитали всего 120 голов. Ну, можно было, ну, закрыв глаза, сказать, что их 150. Но это было все, это край. И на сегодня, благодаря охране, благодаря ограниченной охоте, благодаря получению доходов и населения, когда увидело, что есть возможность заработать на мархуре, а не просто съесть его мясо, вот, и достаточно приличные деньги, то на сегодня у нас поголовье мархура достигает порядка 3000 голов. Ну, это я вам цифру говорю прошлогоднюю. Сейчас вот в настоящий момент идет учет, и что покажет цифра? Ну, я думаю, где-то может быть 3,5. Население не только охотилось на мархуров, но и лишало их основной кормовой базы. Терескен вырубался на топливо. Охотничьи и природоохранные организации организовали бесплатную раздачу угля в тех районах, где обитали мархуры. Увеличение поголовья снежного барса связано с его охотничьими объектами. И по данным ученых и специалистов Таджикистана, в Таджикистане насчитывается 280-300 голов снежного барса. В предстоящем путешествии мы намерены посетить несколько охотничьих хозяйств, чтобы своими глазами посмотреть, как охотничий туризм влияет на состояние популяции горных копытных. Снежный барс, занимая вершину пищевой пирамиды, в свою очередь служит индикатором состояния экосистем в целом. В 98-99 году я тогда работал в должности первого заместителя министра.
И я организовал такой опросный учет барса на территории Таджикистана. Тогда у нас появилась цифра где-то порядка 180 голов. Вот, через несколько лет Академия наук проводила свою оценку и примерно на той же цифре сошлась где-то 200-230 голов. Вот. И на сегодня более-менее официальная цифра барса в Таджикистане – это цифра. Хотя моя оценка нынешняя, вот, уже исходя из нынешних условий, составляет где-то порядка 450-500 голов численность барса в Республике Таджикистан. Существуют биологические виды, которые называют флаговыми. К ним приковано внимание международной общественности, про них снимают фильмы, на их изучение выделяют гранты, их хотят увидеть туристы. Таджикистан удивительно богат такими видами, поэтому страна активно вовлечена в международную природоохранную деятельность. Тут еще самое главное, необходимо, конечно же, учесть глобальное сотрудничество, которое ведет Республика Таджикистан с такими организациями, как Глобальный экологический фонд и программа развития ООН, в рамках проекта которого тоже ведутся инициативы на этих же территориях. Это сохранение экосистемы снежного барса и объектов его охоты. Рабочие встречи и семинары в Душанбе подошли к концу. Нам пора выдвигаться в горы, но у нас осталось несколько свободных часов, чтобы осмотреть столицу. Где-то там, на крыше мира, в Горно-Бадахшанской области, метут метели и лежат метровые снега. А здесь, в Гиссарской долине, уже вовсю цветет миндаль и дикая фисташка. Сейчас мы отправляемся к памятнику Исмаилу Самани. Это правитель, основатель государства саманидов, которое существовало на территории Таджикистана в 9-10 веках нашей эры. Отец Исмаила Самани, Ахмад ибн Асад, был эмиром Бухары. В 875 году аббасидский халиф Аль-Мутамид отдал под управление саманидам весь Маверан-Нахр. После смерти отца старший сын Наср стал эмиром, а своего брата Исмаила назначил наместником Бухары. Но так иногда случается, что не всегда старший становится самым успешным. И в 888 году Исмаил Самани победил своего брата в жестокой битве. Бедный Наср попал в плен и ожидал казни. Но Исмаил выказал Насру царские почести и формально оставил его эмиром Маверан-Нахра, но всю реальную власть забрал себе. Он показал себя не только искусным полководцем, но и гениальным дипломатом. Формально сохраняя преданность халифу, фактически он добился независимости от халифата. В то же время он наладил союзнические отношения с кочевыми соседями. Будучи таджиком, Исмаил Самани сделал дари фарси, литературный таджикский язык, государственным, и тем самым сохранил этническую идентичность коренных народов, проживавших на территории современного Таджикистана. Империя саманидов простояла более 100 лет. Это было время расцвета градостроительства, искусств, науки и ремесел. Эпоха саманидов дала миру такие имена, как рудаки, Фирдоуси, Аль-Бируни и Ибн Сина. Но, как это часто бывает, дети и внуки великих людей не всегда в состоянии вынести бремя власти, оставленное им великими отцами. Дети и внуки Исмаила Самани погрязли в междоусобицах, решающую роль в которых играла гвардия. Один тюркский мальчик, раб по имени Алп-Тигин, был куплен на рынке. Он показался работорговцу смышленым, и тот перепродал его в военную школу гвардии саманидов. Через 30 лет Алп-Тигин дослужился до чина командующего гвардией. В 999 году он низложил саманида Мансура и возвел на престол в Бухаре его малолетнего брата Абд-Аль-Малика, от имени которого правил. Если гвардейцы могли менять эмиров, значит государство ослабло, и самое время на него напасть, чем и воспользовались кочевые соседи. Караханиды захватили почти весь Маверан-Нахр до реки Зиравшан.
а Алптегин с остатками гвардии отступил к городам Балх и Газни. Там он создал свою собственную державу – газневидов. Наибольшего процветания она достигла при его сыне Махмуде Газневи. История Таджикистана так запутанна и так интересна, что о ней можно рассказывать бесконечно. А нам пора отправляться в путь. Руководит экспедицией начальник Национального центра реализации действий по охране окружающей среды Хисравшох Шерматов. Он рассказывает нам множество поразительных историй из своего экспедиционного опыта, но на камеру говорить не любит. Хамидов Бедил, специалист Национального центра действий по охране окружающей среды. Нет такого кишлака, где Бедил не нашел бы друга или знакомого. Расулов Абудрахмон, специалист Национального центра действий по охране окружающей среды. Абудрахмон – опытный полевик. Нет такой ситуации, из которой он не нашел бы выхода. Частый гость нашей программы Оркен Шаймухамбетов – директор фонда «Казахстан Wildlife Foundation». Оркен давно уже освоил камеру и по совместительству исполняет обязанности второго оператора. Орусбек Тернмсизов – оператор и самый веселый участник нашей экспедиции. А это Максим Левитин. Он наш ведущий и по совместительству оператор. Кажется, у него немного утомленный вид. Тоннель «Хатлон» сокращает путь от Душанбе до Хатлонской области на 100 с лишним километров. Но главное не в расстоянии. До строительства тоннеля автомобилисты преодолевали Каратигинский хребет через высокогорный перевал Чормакзак. Это было суровое испытание, особенно зимой. Трасса выходит к реке Вахш. Она берет начало на Памире, течет в узкой скалистой долине, а спускаясь в плодородную Вахшскую долину, разбивается на рукава и используется на орошение. И отсюда открывается чудесный вид на Нурекское водохранилище. На реке Вахш построены две самые крупные в Центральной Азии ГЭС – Нурекская и Рагунская. В 1972 году здесь было создано Нурекское водохранилище площадью 98 квадратных километров. Его воды используются для орошения 1 миллиона гектаров плодородных земель. В том же 1972 году в эксплуатацию была введена Нурекская ГЭС. Сначала мощность станции составляла 3015 мегаватт, а после реконструкции она была увеличена до 3300 мегаватт. Проектная мощность Рагунской ГЭС еще больше – 3600 мегаватт. На берегу водохранилища смотровая площадка и целый ряд маленьких закусочных, в которых можно попробовать настоящую национальную кухню. Хозяйки кафе носят яркие национальные одежды, но они категорически против съемок на камеру. Сейчас городище Хулбук кажется безлюдным. У крепостных стен местные жители справляют свадьбу. Но в высокий туристический сезон здесь не протолкнуться. Сотни туристов из разных стран мира занимают очередь, чтобы осмотреть развалины. Город Хулбук был построен на Великом Шелковом пути в IX веке. Он стал столицей исторической области Хатлон, входившей в Федерацию Саманидов. По Великой Шелковой пути южная тропа, которая пролегала по берегам Амудари, от Тирмиз до Бадахшан было владение хатлонских царей. По этой тропе государство Хатлон экспортировало три продукта – Европу и Азию.
Хатлон экспортировал соль, золото и породистых лошадей. Самое высококачественное золото в мире отсюда находилось и находится в северо-восточном направлении, более 100 километров, высшая проба золота в мире. Забегая вперед, скажем, что мы сами видели, как афганцы прямо на берегах пограничной реки Пяндж лотками моют золото. То, что от него осталось миф и легенда, это самые быстрые кони в мире, это хатлонские лошади. При раскопках Хулбуга были обнаружены мусорные шахты, неизвестные в те времена в Европе. Уникальна и система канализации города. Воды из нее сливались не в реки, а в специальные очистные пруды. Экологические технологии в 8 веке. Резиденция правителей Хатлона и баня отапливались подземной системой отопления. От горной реки был проложен керамический водопровод протяженностью 20 километров. Также была построена система отвода дождевой и талой воды. Найдены остатки стеклодувных мастерских и образцы тончайшего стекла. В Хулбуге был свой монетный двор. Это говорит о высоком статусе Хатлона в политической системе Саманидской империи. Вот это бассейн на высоте 9 метров над равниной. От озера Кайнар, озеро Кайнар, 20 километров ручьевой воды поступило именно здесь. Ну, представьте себе, когда умываются, естественно, он загрязняется, да? Чтобы не стать источниками инфекции, придумали 9 метров высоты, и там в караван-сарай был фонтан. Вот используемые воды 9 метров в фонтанах вбрызгивалось, там очищалось, фильтровалось, потом их вместе собрали и использовали для орошения. Следы древних каналов видны до сих пор. По Великой Шелковой пути южная тропа, которая по берегам Амудари, здесь ходили и послы, и этот караваны. Чтобы не огорчить их, у таджиков до сих пор сохранена такая мудрая пословица. Гость – это Божий дар. Хотим, не хотим, Бог пошлет своего дары, это гости. От того, как мы его воспринимаем, зависит дальнейшие наши судьбы. Если мы их принимаем радушно, гость прибавляет подарки к нам. Если нерадушно, естественно, убавляет. В чем философия? Времена ислам. Ислам запрещает. Но правитель Хатлон дал разрешение 5 литров вина для европейцев и 5 литров вина для азиатов, чтобы не вредить их привычку. Великий шелковый путь приносил хатлонцам доходы, поэтому они были далеки от религиозного радикализма. Можно сказать, что местные жители развивали туризм еще за 1000 лет до того, как появилось это слово. Бульбуль – это соловей, а он соловейч. В нем хранилась спецвина, особого дорогого ГОСТ. Сейчас показывает в телевизионном шоу, который по Армении выкручивая вот эта бутылка со смесом перемешивает. Вот тогда, более 1200 лет, когда разместили гостям вокруг дастархан, наложница, красавица для рекламы, привезла спецвина на этом кувшинчик, у него узкое горло. А она раздавала гостям рюмки и демонстративно перед ними вливает это вина. Узкое горло, вакуум, и начинается куль-куль-куль-куль-куль-куль-куль-буль-буль.
Для чего вот этот бронзовый лев был использован тогда? Вот шея откроется. Внутри его заполняется дезинфицирующее растение, которое называется еще Абуалид Нисино, его назвал не испан, испан, а хазор испан, тысячи испан. Почему? Испан лечит одного болезни, а с помощью испан, который лечит тысячи болезней, дым входит с уш, с глаз, с нос и с шеи. Его вешают у главного портала, чтобы вся гость, который входит или выходит из резиденции, никакого вируса сюда не притащит. После распада империи саманидов Хатлон вошел в состав государства газневидов на правах вассальной зависимости. Хатлонцы платили небольшую дань, но сохранили хозяйственную самостоятельность. Потомки кочевых тюрок, газневиды, приняли и приумножили городскую культуру саманидов. Наибольшего своего расцвета империя газневидов достигла при тюркском эмире Махмуде Газневи, принявшем титул падишаха. При его дворе творили Бируни, Фирдоуси и другие выдающиеся ученые и поэты. Развивались наука и ремесла. Газневиды и караханиды вели мелкие пограничные войны, но ситуацию изменили пришедшие с берегов Сырдарьи сельджукиды, потомки тюрка-сельджука. В молодости сельджук служил в армии саманидов, а в зрелые годы вернулся на берега Сырдарьи, в родной город Джент. Известный казахстанский ученый Карл Байпаков потратил несколько археологических сезонов на поиски Джента. По одной из версий, городище находится в 150 километрах от города Кызылорды. Сельджук сколотил в Дженте группу крепких и смелых парней и двинулся навстречу приключениям в неведомые земли. В 30-х годах 11 века потомки сельджука на вассальных условиях попросили у газневидов земли в Хорасане. Но в 1040 году восстали и неожиданно разгромили сильную армию газневидов. Город Хулбук был полностью разрушен сельджуками. И Хатлон перестал существовать как государственное образование. За следующие 40 лет сельджуки покорили Иран, Курдистан, Хорезм, Багдад, Армению, всю Малую Азию, Азербайджан и Грузию. Империя сельджуков просуществовала менее 100 лет, но она заложила основы образования Османской империи. Современные турки считают себя потомками тюрка-сельджука из небольшого городка Джент на берегах Сырдарьи. Между тем мы минуем города Куляб и Шурабат и выходим к реке Пяндж. Вдоль нее проходит граница с Афганистаном. Нам нужно обследовать территорию от реки Пяндж до хребта Хазрати-Шох, примыкающего к западной части Дарвасского хребта. Известные следопыты и защитники природы Сафулло Мадулаев и Исмаил Фазов помогут нам увидеть мархуров. Охота это, смотря если умным его управлять, это хорошо. Потому что ради этого мы в 2006 году организовали общественную организацию МОФИС. Для того, чтобы вот этот... Весь этот наш богатство, которое природное богатство, которое является этот охоту, принесли пользу как раз для населения, чтобы они развивали, чтобы они были, была школа была хорошо, дорога была хорошо. Ради этого мы вот как раз этот и территорию взяли, общественную организацию организовали и начали охранять как раз вот этот краснокнижный вид. Мархуров. Муховиз с таджикского переводится как «охрана». Общественность села Херманджо сама взялась за охрану окрестностей своего кишлака.
За это они получают одну лицензию на отстрел старого, потерявшего репродуктивную способность мархура. Средняя цена на международном охотничьем рынке – $75 000. Когда эксперты пришли, один был из Казахстана, эксперт у нас был, вместо института зоологии и паразитологии, как раз и охрана природы, и охрана природы, и институт зоологии и паразитологии. Здесь провели учет. Это где-то 2006-2007 было. Вот целый месяц мы здесь провели учет, всего-навсего насчитали 4 штука мархура. Все. Больше ничего. Здесь мы даже о барсе даже ничего не было, ни следы, ничего не было. Потом начали охранять это встречи, которые мы провели с пограничниками, с населениями, с школьниками, доводя их до ума, что надо этот, у нас очень богата природа, надо этот охранять таким видом животным, когда наш прадеды тоже сохранили. По данным последних учетов, на территории общественной организации «Муховиз» обитает 400 мархуров и появился снежный барс. Медведев есть, барсов есть. Ну, сейчас вот у нас выросло это количество мархуров, где-то 400 штуков. Сейчас вот на вершину находится мархуров, где-то 50-60 штуков. Сейчас мы поднимемся там и будем снимать их на видеокамеру. Сафуло Сайдулаевич показывает в бинокль стадо мархуров у вершины горы. По вертикали они примерно на километр выше нас. Можно подойти поближе, но проблема в том, что идет дождь, и нести с собой длиннофокусную оптику в такую погоду сложно. Решили подниматься налегке, прихватив легкий фотоаппарат. Сайфулло Сайдулаевич, несмотря на свои годы, легко поднимается вверх, карабкаясь через крутые участки с ловкостью снежного барса. Нам ничего не остается, как пытаться его догнать. Это дикие гранаты. Смотрите. За спиной на афганской стороне белеют вершины гор Сифед, а дальше тянется Ваханский хребет. И вот, наконец, Сайфулло Сайдулаевич подводит нас к стаду мархуров на расстояние примерно 400 метров. Далековато, но ближе подойти сложно. Не беда, это всего лишь первый день экспедиции. Мы счастливы, что нам удалось увидеть таинственных винторогих козлов в первый же день. Я, например, увидел мархура первый раз в жизни. Можно загадывать желание. Говорят, нельзя рассказывать о своем желании, но я все же расскажу. Я хочу увидеть и снять на видео всех редких и экзотических животных, которых в Таджикистане очень много. У нас еще в запасе 2 недели. Как мы их проведем, мы расскажем в следующем выпуске нашей программы. Thank you.